сегодняшнего дня американская свинина и говядина исчезнут с прилавков магазинов. Россельхознадзор ввел временные ограничения. Под запрет также попали мясо индейки и субпродукты. Российские специалисты выявили в них запрещенный стимулятор рактопамина. Эксперты, впрочем, уверенно заявляют, что ограничения к нехватке мяса среди россиян не приведут. Отметим, рактопамин используется для наращивания мышечной массы животных. Эта добавка, применяющаяся в некоторых странах, запрещена в 160 государствах, включая страны Евросоюза. Несмотря на это, рактопамин содержится в животноводческой продукции США, Канады, Мексики и Бразилии. Сроки, когда будет снят запрет, пока не называются.